Я Анастасія Давголи. Це програма Моя історія інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають, і найголовніше, як вони діють у часи великої війни. Сьогодні слухаємо історію доктора Комаровського. Вітаю вас, пане Євгене. Здравствуйте, Анастасія. Вже більше року триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вже більше року кожен українець шукає для себе модель поведінки: як йому жити, як йому діяти? Як ви. Де вы сейчас, чем вы занимаетесь, сориентуйте наших глядачей. Я территориально между Харьковом и Киевом, где нам удалось, ну, таких в сельских условиях создать студию независимую ну, со, со старлинком и генератором, где собираются команды эпизодически. В первый день, в первые дни войны для меня мне казалось все самое главное для меня это обратиться к тем, кто меня знает потому что те мальчики которые сейчас идут нас убивать это мальчики мамы которых выращивали на моих книгах чтобы они были здоровенькими и эти мамы э, в россии в беларуси они знают что я не продаюсь что я говорю то что считаю нужным то есть мало трудно представить что вот комаровского некие злые нацики купили и заставили на себя работать понимаете и мне казалось что я умею шанс достучаться если кто-то задумается что все что вам говорят по телевизору это брехня то это главное. Я вот. дивилась ваши первые звернення В первые дни войны вы пытались переконати россиян? Да. Ну, нашим-то все было понятно. Чи удалось Сма... вам переконати? Как вам сказать? Понимаете, какая ситуация? Те, кто был ну, убежден в том, что великий Пу прав – да? Ну, то есть зомби, они же уже не лечатся, да? Те, кого удалось переубедить, они не кричали в каждом углу «меня переубедил Комаровский». Они уехали, они не пустили детей, они что-то придумали. Ну, по крайней мере, судя по количеству людей, которые подписались и отписались. Правильно я понимаю, что ваши подписники россияны частково отписались от від вас? Из 6 ш... миллионов отписался один. При том всем, что я перестал говорить о медицине практически на 8 месяцев. То есть им было важно слушать, что я им рассказываю о том, что тут происходит. Им было это очень важно. И я уверен, что огромное количество людей я все-таки смог переубедить, рассказать. Но тут иллюстрация важная. Практически с первого дня войны вопросы про сопли и какашки решительно закончились. Все. На фоне того, что падало с неба, это казалось такой мелочью, но возникли вопросы, ну, представить которые в 21 веке было невозможно. Как прокормить грудничка, если у мамы нет молока и нет смеси? Нельзя купить смеси в бомбоубежище. И как? И ты должен был передавать рецепты, как разводить коровье молоко, как добавить туда сахар и воду, чтобы сделать то, чем можно кормить ребенка, пока мы не покинем бомбоубежище. Я передивилась ваші відео на початку війни і побачила там на одному відео взагалі шалений сплеск переглядів. Понад 10 мільйонів переглядів Це на чому? на ваше коротесеньке відео про те, як вберегтися після е, ядер... йода, йода. ядерної загрози, якщо, е, якщо е, ядерну бомбу. Скидывают, мовно кажучи, на Украину, что делать. Первое, что происходит при радиоактивном заражении, выброс радиоактивного йода, который убивает щитовидную железу. Поэтому есть важнейшее правило защиты. Если есть угроза радиоактивного заражения, надо принять внутрь обычный йод. Сейчас я расскажу, какой. Тогда щитовидная железа будет занята этим йодом, и мы сможем ее уберечь от поражения. Это было про угрозу взрыва на реакторе. На угрозу там именно там максимум радиоактивного йода при ядерной бомбе его намного меньше тут актуально именно это одна поскольку ну когда они залезли в чернобыль когда э, на, начались первые прилеты вокруг энергодара тогда конечно это была страшно для меня актуальная тема страшно актуально я работаю по заявкам радиослушателей, то, что называется. Ну, я и в принципе, как только мне начинают там, писать много писем про какую-то болячку, я начинаю записывать на это видео. Потому что людям это надо. Когда мне приходит там порядка 200 писем. Вот я мужика собираю на фронт мой, мой уходит завтра. Муж, сын. С чего что, аптечка, что ему да. дать? Да, с собой еще. Причем, говорю, речь идет не о том, чтобы там, положить ему индивидуальный перевязочный пакет или кровоостанавливающий жгут. Нет, это военная аптечка. Но любой парень, любой мужчина, идущий на фронт, имеет, во-первых, свою кучу болячек. Ну, потому что у нас до 60 лет люди человека могут призвать в любой момент. Да? У него уже есть свои гипертонии, диабеты второго типа или что-нибудь еще. Да? Но кроме этого, у него там может быть и аллергия, и понос, и головная боль, и гайморит, и кашель, и так далее. И, и так далее. И, и ему на все это надо собрать. Я долго ждал, пока наши терапевты напишут аптечку на фрукт, потом записал этот список сам. все не просто записал, а так записал, чтобы орки не могли этим списком воспользоваться. У меня все препараты, которые я там давал, которые надо взять с собой, это были препараты производства только украинских фармпредприятий. Чи виявилися ви особисто готові до війни? Ви казали, давайте згадаємо 24 лютого. Давайте згадаємо, де ви були 24 лютого вранці? Мені жена розбудила в 5.00. утра. В Харкові? В Харкові, да, і сказала, слышишь, ну, канонада реальна, да. Ви одразу Мы ося, два дня... Ося, про... ося я злы, все понял, так, я все понял. Я внутренне, наверное, я... Я не был готов к таким масштабам, вне всякого сомнения. И опять-таки, до войны я общался с кучей людей, которых я считал очень мудрыми и умными. И были две фразы, ключевые. Ну что, да, конфликт будет, но это ж ну что, танковые колонны, что ли, пойдут? Ну, все ожидали, наверное, будет обострение на, на Донбассе и так далее, и так далее. И потом была такая замечательная фраза, ну он же не идиот. А оказалось, что вот эта фраза, ну он же не идиот, была принципиально ошибочной. Он такий идиот. Путин. А кто еще? О, как, ну, кто ду решение ду принимал? До речи, как вы, как лекарь, дивитесь зараз на него с точки зрения... Зору пациента. Зовни, как вам выглядит Путин? Не дождетесь. Не дождемся. Мы близко, что он возьмет и сдохнет. Не дождемся. Ну, возможности То есть, если э, Украина и украинцы в своих планах на будущее э, надеются на то, что он скоропостижно скончается, это глупые надежды. Не надо на это рассчитывать. Не надо. Нам своя работать. Не надо. Да, табакерка или шарфик найтись могут. Понятно? Но на физиологические причины смерти надеяться не надо. Возможности современной медицины, трансплантации и всего остального позволят ему пить из нас кровь еще очень-очень много лет. Пане Євгене, як изменилось ваше ставлення до росіян взагалі? Як ви вважаєте, чи існують, стали такий вислів вже хороші росіяни? И як ви спілкуєтесь зараз з вашими друзями, якщо такі у вас є на территории Российской Федерации? Первое. Как-то так получилось, что практически все люди, с которыми я был очень близок на территории России, уехали оттуда после 2014 -го года. Их там нет сейчас. А те, кто там остались, это буквально 2-3 семьи. Еще раз, речь не идет о знакомствах, а именно о друзьях. Они практически стараются сейчас не писать, чтобы не подставиться. Им страшно просто писать. Вот, вот так вот. В целом, я понял, что мы все недооцениваем в 21 веке возможности пропаганды. Терпеливой пропаганды любого человека можно э, превратить в зомби. И с этим надо уметь работать. И надо, и надо опять-таки понимать, что при правильном дезомбировании возможно все что угодно. Но нужно правильное. То есть надо, чтобы э, средства массовой информации, которые там по-прежнему доминируют, то есть там именно доминирует по-прежнему телевидение. Вот, вот так вот. Поэтому, если это телевидение попадет в другие руки, и они начнут дезомбирование, то я думаю, что за 10-15 лет они могут привести вот этих всех людей к массовому покаянию. Вопрос в том, что что бы там ни происходило, это не изменит наше отношение. Здесь 2-3 поколения людей минимум для себя поставят крест на всем этом. Всё. И это нормально. Это нормально, я это всячески приветствую. Просто еще раз говорю, надо перестать в планах на будущее это рассматривать. Связи, союзы, рассчитывать на что-то. Не надо. Об этом не надо думать сейчас. Это надо убрать за скобки. Убрать. Будет что-то выгодное лет там, через 15, ну, обсудим. Сейчас надо только думать о том, как построить высокий-высокий забор. Пан Евгений, что касается стану Особливо психологічного нашого українського суспільства ви спостерігаєте його навіть як лікар і як лідер думок. Ситуація дуже тяж, Безумно тяжела. Наскільки то, вов... ми всі змінилися за цей рік, наскільки це не відворотні зміни? Ми всі зараз психологічно пострадавші, то що я я сім'я підчеркиваю, То мало того что мы взрослые психологически пострадавшие мы психологически травмированные взрослые пытаемся каким-то образом общаться с нашими детьми и это полная катастрофа потому что не до детей, потом и так далее и так далее а дети которые находятся рядом с физически больными взрослыми не могут быть психически здоровыми это будущее страны именно от это это ответ на вопрос прекратились боевые действия допустим завтра. И дальше станет очень важный вопрос. Один из, который будет определять судьбу страны. Не, люди, не, он, судьба страны будет решаться два раза. Первый раз на фронте. Второй раз после того, как закончатся боевые действия. И ответ будет такой. Папа в Европу или семья из Европы к папе? Вот так будет звучать ответ на вопрос. Пане Евгене, такая тема, как синдром откладанного життя. Все чаще про нее заговорюють лікарі, зокрема. мы всі останній рік все відкладали, крім життєво необхідних речей. І навіть до цього звикли. Насколько угу. Наскільки це небезпечно? Жити у стані відкладеного терміну. Смотрите, меня вот тут как раз, мне очень близки медицин. То есть вот, вот этой темы есть психологические аспекты и медицинские аспекты. С одной стороны, когда человек живет сегодняшним днем, когда он в принципе не знает, что прилетит завтра, да, то, естественно, он откладывает: ну, как, кто будет сейчас делать ремонт? Да, кто будет вообще думать о том, блин, да у меня же резина зимняя, ее надо на летнюю поменять вообще для безопасности? То есть это да, потом, уже после войны, да. Но у меня другая штука, это однозначно присутствует. И ограничение горизонта планирования одна из самых опасных психологических вещей. Вопрос в том, что меня в этой проблеме волнует другое. То, что есть проблема отложенной жизни, это отложенная забота о здоровье. Мы полностью похирили профилактику как таковую. Куча народу после начала войны начали пить и не останавливаются. Куча народу закурили, которые никогда не курили. После, когда ты думаешь о том, что твоя жизнь может оборваться каждый момент, то вредность, которая придет через там, такое. это же точно так же, знаете, как работает вот, что когда болит сердце, Сердце у человека, то первое, что надо сделать, поставить диагноз, чего у тебя болит сердце. У тебя стенокардия? у тебя гипертоническая болезнь, какой у тебя уровень холестерина, какой у тебя уровень глюкозы крови, и после этого всего поставить диагноз и назначить лечение, улучшить кровоснабжение сердечной мышцы и так далее, и так далее. понизить артериальное давление это нормальная тема, и так далее. А можно делать не так: можно накапать корвалолу который ничего не лечит, от слова вообще, но у которого есть успокаивающий снотворный эффект, понимаете, да, и лежать в постели и ждать вместе с Карваловым своего там инсульта очередного, понимаете. То есть, а можно просто сосать валидол. И никто не понимает, что когда волонтеры возят бабушкам и дедушкам карвалолы с валидолами, то они приближают их к смерти, потому что она вместо того, чтобы пойти к доктору и получить диагноз и лечение, будет лежать и сосать валидол до смерти. Вот так это работает. И со всем этим надо работать и объяснять. Меня, что, извини, я, что утешает сейчас, очень утешает, а с другой стороны, может быть, это уже и есть и негативное в этом. Ровно вот с, после 24 февраля, вот, видно, этот год войны, стал для многих триггером. У меня поперло писем про сопли и какашки, которых год практически не было. То есть, вот этот год для многих мам. про, да, ну кашляє, то проблема. Он кано кашляє видите ли. кашляєш і що? Тож мені? А тепер ні, ну скільки можна? Вже год, ми ждемо, а он цього кашляє. Давай напишем Комаровському, пусть нам дасть золотую таблетку. Пане Євгене, ще одна важлива тема, яку хочу з вами проговорити. Психологічно втому від війни. Чи це нормально, що ми звикли до війни? Ми вже підлаштували своє життя і свій побут. До тривог, до сирен, до вимкнення електрики, до відсутності часткової води, газу. Тобто, ми вже розуміємо, як це нас це не лякає і ми звикаємо жити у війні. Ну, це нормально для людини, Адаптація к, к фактору, який став повсякденністю. Це нормально. Другой вопрос в том, что с точки зрения ну, эволюции человечества, в 21 веке привыкать к тому, что в любой момент на мирный город может прилететь ракета и убить людей, которые просто спали в своих кроватях, ну, мы к этому привыкли. Понять это нельзя, привыкнуть можно. Ну, это психологический феномен, прекрасно известный всем. Ну, что с этим делать? Другой вопрос в том, что у нас есть психологические проблемы, которые носят, я бы даже сказал, не массовый, а всеобщий характер. Адаптация к войне, да? новые правила жизни, за которыми следуют определенные риски, включая и риск отложенной жизни, и все, что мы говорили. И это проблема, которая не может быть решена в порядке ну, там, самолечения. Но при этом мы четко должны понимать, что психологов и психиатров на всех не хватит. Поэтому это та ситуация, когда государство должно возглавить психологическую помощь. Чи спостерігаєте ви зараз таку проблему, як синдрому то Тобто люди, які живі, здорові, і вони відчувають за це провину. Да, однозначно это присутствует. Более того, люди не знают, что делать с этим. Как? Страх, э, страх, радости. Ну вот, ну сплошь и рядом, вот почему-то типа, думают, что если вот ты, стра... твой муж на фронте, то он будет нормально себя на фронте чувствовать только при условии, что он знает, что ты там сидишь и рыдаешь с утра до ночи. Да он будет... Нормальное себя чувствовать тогда, когда будет знать, что его жена ради, ради спасения семьи, страны, он ушел рисковать жизнью ежедневно, да? что она в безопасности, что она имеет возможность спать в тишине, что ребенок в безопасности. Поэтому, когда ты чувствуешь, что ты сходишь с ума, я тебе говорю, уедь, если есть возможность на неделю отдохнуть. Есть такая, сделай это. Твоему мужчине надо это, надо. И нормальный мужик должен на этом настаивать. Уйди. Уйди, я хочу тебя улыбающейся. Пойди, отдохни неделю. Це нам надо, нашому рібінку, нашій сім'ї, нашому будущему. Чи мають право люди в тилу не на фронті радіти життю, е, випити келих шампанського? Однозначно, да <кхух> однозначно, да вас е, уважно слухають чимало батьків, особливо мам. Як з дитиною розмовляти про війну? Чи взагалі варто піднімати з дитиною цю тему? Надо объяснять то, что происходит вокруг. Не просто брать и бежать. Не просто сидеть, в, когда ты говоришь ему в бомбоубежище, замолчи. Или просто не ори, или сядь вот здесь. Или давай мы сейчас сядем в коридоре. Да, то ты должна объяснять мотивы своих поступков. Почему? То есть вот это надо объяснять. Ребенку трудно быть слепым исполнителем сейчас. Ну вот это главное. Увы, увы, увы. Мы все должны отдавать отчет в том себе, что детей сейчас, к сожалению, воспитывают больше ТикТок с Инстаграмом, чем мамы. Вот так это бывает, да. Но мы должны сделать все, чтобы в ТикТоке ребенок постоянно натыкался на нужный контент. Где ему расскажут хотя бы в ТикТоке, хотя бы мультяшные герои о том, что нельзя трогать неизвестный предмет. Хотя бы. Пане Євгене, скажите, как изменилось особисто ваше життя за цей рік? Які звички нові у вас з'явилися, що ви більше не можете робити з те, що звикли робити? У мене немає команди, Ну, як моя команда повністю розлітілась. кто на фронте, кто за границей. У меня много девочек были, они сейчас ну, помощники. Мы в основном связываемся онлайн. Любая запись, у нас человек из Бельгии, два человека из Украины, это все скайп, мы, ну и так далее. Работа в основном удаленная, офиса не существует, то есть клиники как таковой. Но есть конкретные задания. Почта, которой много там как всегда выявляется что народ интересует на эту тему мы записываем медицинские видео плюс ну то что сейчас большая часть работы огромная личная переписка консультации которых много вот очень 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 вот при этом надо четко понимать что это наш ну, потому что ну, я бы был смешной если бы я сейчас отвечал на письмо с почты mail.ru а вы поехали с Харькова. Да. Вы не смогли там залишаться. Ну, во-первых, я тебе скажу честно, что в первый день войны, в первый 24 числа, я получил именно в во все социальные сети анонимные письма, WhatsApp, вайберами. Не просто а, жди, мы идем к тебе денацифицировать с указанием моего домашнего адреса и так далее и так далее. То есть, причем угрозы были не только лично мне, но и семье. Поэтому как бы, была возможность выехать. Мы выехали, ну, недалеко от Харькова, но выехали. Ваш будинок вцелил, и ваша клиника вцелила, бо я была в Харькове чимало разів, там, знаете, якщо у вас на, на что щось було, то Нет, там, на Салтівці нічого не, не было. Возле 80 метров от входа в клинику э, воронка Искандера, чуть-чуть, ну, окна все, ну, позаколачивали, сдвинулся балкон чуть-чуть там на метрик, покосился. Ну, так, ну, то есть, как бы, скорее всего, это все можно будет восстановить, но понятно, что сейчас не до того. Вы... Дом, в доме, опять-таки, ближайший дом, куда прилетела ракета от моего дома, в 200 метрах. А у меня, у нас частный дом, в водосточной трубе, осколки от снаряда. Вы могли выехать за кордон? У я, вас... я, я нічого чому палі я й магу і за я зараз. вже старенький, да я можу. і і і зараз. Тобто ці вікові обмеження для чоловіків мене а... не стосується. вас, не стосуються. А ви взагалі для себе розглядали такий варіант? Бо якщо б ви виїхали, я не знаю, ну, наприклад, в Польщу, ви б могли там консультувати там достатньо українських мам і достатньо українських дітей, яким потрібна допомога лікаря? Наверно, ну, мені, от це було зараз, не, я цей питання в принципі не розглядував. Я на самом деле, якщо б мої, мої всі жінки виїхали, мені б бы було намного легше. Вот спокойнее. но они не, этого тоже не захотели делать, вот. Ваши женки вы на увазе Жена, невестка uh -huh. и так далее. Все, они все тут пока. Мне не нравится то, что дети учатся онлайн. Очень не нравится. Очень. Я прям вижу, что я вижу, что э, такое напряжение у женщин. Ну потому что ближайшие родственники на фронте, ближайшие друзья каждый день из смерти, ранения. Ну, все в таком состоянии, что я не вижу возможности, чтобы они нормально занимались с детьми. Понимаете? Вот я вижу, что они не могут. А дети онлайн без мамы, пап, мамы, которая в ясном сознании, это очень сложно. Очень. Я просто... Во-первых, передо мной мне очень важно, чтобы чувствовать мою, мой народ, мою страну, быть здесь. Во-вторых, а что эти твари вообще должны определять, где я буду находиться? Это моя страна. Я хочу быть здесь. Я имею возможность поехать куда угодно. Более того, для того, чтобы зарабатывать достаточно много денег, все, что мне надо, комнату и ноутбук с интернетом. Ну, сами же понимаете, это не очень сложно, мягко говоря. Вот. Ну, вот так вот, но я не могу, это мое. Я знаю, что вы затятый э, рыбалка и грибник. Угу алешь харьковщина зараз все один из наибольшь заминованных районов не в Украине в СВЕТЕ я знаю что знаешь мы все привыкаем к безвозвратным потерям потому что вот этого в нашей жизни больше не будет и вот для меня эти сплавы по Северскому Донцу на байдарках вот эти места где мы ходили с детьми и собирали грибы каждую весну я ездил обязательно мы ездили э, за Изюм, там, где река Оскол впадает в Северский Донец. Это одно из самых красивых мест. Там такие луга, поля, там такие лесные тюльпанчики цвели. Ну, это просто, ну, когда поля просто в этих тюльпанах. И мы туда ездили каждую весну. И это именно места, вот эти места, это то, где сейчас были самые страшные бои, где, наверное, живого места в земле нет. Это полностью убитое Краснооскольское водохранилище и все такое. И я прекрасно понимаю, что этого в моей жизни больше не будет. И этого я этим тварям не прощу никогда. Они убили э, те места, где я со своими детьми за грибами ездил, где я учил, я своим детям там давал ответы на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо. У нас была очень тяжелая в материальном плане жизнь. Мы никогда не могли себе позволить даже ну, вместе всей семьей пойти в отпуск. Ну, то есть, чтобы дети нормально отдохнули, сначала у меня жена родом с Мариуполя. Когда у нее был отпуск, она брала малышей и ехала к себе на родину на море. Потом, когда у меня был отпуск, я брал ребят, ну, два сына моих, и мы плыли там куда-то на байдарках. И вот этот месяц, когда я был с детьми, и каждое там выходное, когда я мог позволить поехать с детьми для, на рыбалку с, с мальчиками, для меня это была возможность дать моим детям ответы на вопросы, что лучше их страны ничего нету, что это наше и рассказать им, что такое хорошо, что такое плохо. И вот каждый квадратный метр Харьковщины, который я обошел, обошел, обплыл, объездил везде, я могу экскурсоводом быть по этим местам, по каждой речке, по каждому леску, по всему. Здесь мы собирали подснежники, здесь мы собирали грибы, здесь был урожай польских, гриб, здесь были белые. Вот тут мы поймали самого большого жереха, трехкилограммового там в Донце и так далее. Я больше не подойду туда. Просто не подойду, они убили это все. Мою молодость, мои, мо, мою педагогику, мое отношение к тому, что такое хорошо, что такое плохо. Когда мне говорили, а, твоему ребенку 5 лет, он еще буквы не знает. А я говорил моему ребенку 5 лет, он со мной может 30 километров пойти по лесу и не попроситься на ручки. И, и сказать маме, можно я твой рюкзак понесу? И я считал, что воспитать мужчину надо вот так. Это для меня было главное. Вот. И они... Это вот то, что я не прощу никогда. Никогда. И я знаю, кто в этом виноват. Терпение. Нельзя терпеть мерзость даже на чуть-чуть. Понимаете? Если кто-то во власти чуть-чуть соврал, чуть-чуть украл, нельзя, нельзя прощать этого все. Нельзя. Иначе плохо кончится. Нельзя. Вот они допрощались, падлы. Вот теперь имеют, будут расхлебывать. Весь мир теперь расхлебывает это терпение к воронью и воровству. В чем вы бачите сейчас свою миссию в обществе, не в родине, а в обществе? Как вы сформулируете? Ну, я скорее всего должен рассказывать людям о тех опасностях, которые я имею возможность видеть раньше их. Очень многие вещи я знаю, что это опасно, и я могу предупредить людей. Увы, я точно знаю, что услышать меня может максимум 10-15 населения. Все остальные будут думать о том, если он сказал, что надо купить датчик угарного газа, наверное, ему заплатил производитель угарного газа и так далее. Так далее. Дайте топ-3 порады украинцам, как нам триматися в эти сложные для державы часы. Тема номер один – безопасность. Это стратегическая задача – безопасность страны, которая поскольку жить по соседству с бешеной собакой мы обречены на долгие годы и только будучи уверенным в том, что эта собака не бросится еще раз а цена броска для нее должна быть очень высокая. Поэтому только в этой ситуации у нас есть будущее поэтому первое с чего начинается страна это армия конечно же и каждый человек должен получить подготовку ну, по израильскому или швейцарскому варианту, уметь защищать себя, свою страну и так далее. Это первое. Ну а второе, то, что я уже много-много раз сказал. Не врать, не воровать и толерантность, терпимость. Что-то тебе не нравится, не смей оскорблять человека, если он не нарушает закон. Давайте подумки уявим День Перемоги Украины, який мы все набли... наближаем разом. А, що ви себе что вы для себя решили? Что вы делаете в этом Ой, Вы день? знаете, на самом деле, <laughs> У меня есть три бутылки виски, которые мне подарили за этот год. И каждую бутылку я не смог открыть. Потому что уж больно оно было крутое. Нужен повод, чтобы открыть. И таким поводом может быть только победа. Поэтому они лежат, ждут. Поэтому, наверное, будет тяжело. Но вопрос в другом. Мне страшно. Вот казалось бы, знаете, мы все ждем, да? Это самый желанный день. Очень много вещей, на которые мы сейчас закрыли глаза. Мы увидим их после победы. И откроем. И посчитаем потери. И ужаснемся. И подумаем о том, что для того, чтобы восстановиться, восстановиться, нам надо полностью поменяться. Нам. Всем. Ваш проект «Казкаю украинскую» «Иснуя в интернете» І там ви особисто розповідаєте українською мовою, українські казки. А діти, наші українські діти, малюють малюнки, дуже цікаві до цих казок. Історію про те, як лисиця намагалася залізти до них у будинок, їжачок чув уже багато разів. Тато тоді зловчився, підстрибнув і боляче, боляче вколов лисячий ніс, необачно засунутий у нору. Їжачок пишався татом, але трохи йому заздрив і навіть мріяв про те, щоб лисиця з'явилася ще раз. Тримаємося та єднаємося, бо ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Наближаємо перемогу разом! Це була програма Моя історія. І сьогодні ми слухали історію доктора Комаровського. Далі буде.